Продолжаем выпуск. Сегодня в интернет-изданиях появилась новость о том, что Петр Порошенко объявил о прекращении огня на Донбассе. Информационные агентства ссылаются на личную страницу в социальных сетях украинского президента. Там говорится, что договоренность о полном прекращении боевых действий в зоне конфликта достигнута в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Напомним, киевские власти с апреля проводят на востоке Украины силовую операцию, направленную против недовольных февральским госпереворотом жителей Донбасса. По данным ООН, за время так называемой антитеррористической операции погибли свыше 2000 человек. Тем временем реакция Кремля последовала незамедлительно. На сайте российского Forbes было опубликовано заявление пресс-секретаря российского президента. Он опроверг сообщение украинских коллег, что Петр Порошенко и Владимир Путин договорились о прекращении огня на востоке Украины, акцентируя внимание на том, что Россия не является стороной конфликта. По его словам, президент обсуждали пути решения конфликта на востоке Украины.